15 февраля в парке имени Халилова у памятника воинов Афгана состоялся митинг, приуроченный 35-летию вывода российских войск из Афганистана. Отметим, что митинг проходит ежегодно в целях сохранения исторической преемственности поколения, воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию России и других национальных культур. Начался митинг с приветственной речи председателя собрания депутатов города Каспийска Абдул-Вахида Джаватова. Разрешите поздравить наших ветеранов-афганцев, которые вернулись с поля фронта живыми и которые находятся сегодня рядом с нами. И почет тем ребятам, уважение и почет, которые остались на полях боя. В знак нашей признательности нашим ребятам-солдатам, которые отдали жизнь за нашу страну, за нашу родину, была построена вот эта стела, которая олицетворяет за собой мужество и достойное поведение наших ребят. Это особый день для тех, кто воевал в Афганистане. Много горя, бед и страданий принесла нашему народу та жестокая война в чужом краю. В те годы советские солдаты проявили мужество, стойкость и благородство души. Честно выполнили свой долг, долг воина-интернационалиста, защищая просоветски настроенных политиков Афганистана, военных и гражданских мирных жителей Республики Афганистан. Мы оттуда не убежали, как американцы, а с развернутыми боевыми знаменами в торжественной обстановке вышли, как положено, с чувством выполненного долга. В мероприятии приняли участие заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, военный комиссар города Марат Пашаев, заместитель председателя собрания депутатов муниципалитета Аза Алиева, председатель местного отделения боевого братства Магомед Ариб Якубов и многие другие. Завершился митинг возложением цветов к памятнику памяти воинов Афганистана и минутой молчания. После в концертном зале Москва города Каспийска состоялось вручение памятных медалей участникам боевых действий в Афганистане. Украсили церемонию награждения концертной программы, приглашенные звезды народной эстрады Дагестана.